Привет, Квазиморда. Привет, Квазиморды. А Квазиморф, Квазиморф, End of Dream. Конец мечтам, конец снам. Какая-то пиксельная, олдскульная игруля, наверное. Но она, скорее всего, новая. И это то ли бета-тест, то ли бета-версия какая-то. В общем, не важно. Мне понравилось по ролику. Подрубаемся, смотрим. Ух ты. To Windows Drive In. Карта системы. 12.09.2020 года. Ой, блин, не доживу долго еще. Доброй ночи, босс. Только что получены данные. Наши консультанты, ключевые тезисы переданы на ваш планшет. Коротко. На Венере началось классическое поглощение активов, утративших влияние... А, понятно. Я думал, что-то серьезное. Платформы Фреска. Задача найти данные об исследованиях Фреска. Ой, подробно-то много всего, блин, как много. А как старт миссии начать? Надо, наверное, выбрать кого-то. Подожди, карта системы. Меркурий, Венера. Ну вот, задание у нас есть, да? У нас есть задание. Найти данные об исследованиях Фреска. Подробно. Анкор передал нам координаты, еще не... Такого на форпоста Фреска. Регион Венец Диметры. Гладним. Ой, блин, идите в баню столько читать. Так, значит что? У нас есть Фрэнсис Форд Коппола. Фрэнсис Рэй Дейли. Здоровье, урон, точность рукопашки, точность, шанс уклонения, предел сытости, дальность, болевой порог. Без класса пока еще. Ну не разве, да? Новобранец. А, так ой, я типа еще и мой класс должен выбрать сейчас. Я его клонировал, типа. Класс. Лезвие затмения, скауты Аида. Ух, нифига себе. Пассивный навык, базовый CQC специалист. Разброс минус 10%, урон плюс 5. Каждый выстрел из пистолета, дробовика или ПП. Не хочу такого. Так, боевой фокус. Атака по игроку. Неважно, попал, активирует триггер. Шанс уклонения каждый. Так, слепая ярость. Сопротивление всему урону. Урон. Бодибилдинг. Здоровье. Закалка тела, сопротивление урону, все виды. Весь болевой порог. Расход калорий. Подготовка. Точность плюс 5%. Так, а тут что? Зеркало, сопротивление урону, снижение голода, шанс уклонения, урон, шанс крита. Ух ты, каннибализм. Урон 50%. Регенерация. Шанс крита, точность, последняя пуля. Ножевой бой, точность плюс 5. Ну давай вот этого вот возьмем. Пускай будет у нас... Подготовка, скаут. Снаряжение выбрать ему нужно. Нож, пистолет. А сколько всего я могу брать? Футболка. Снарядить штаны. Ботинки. А что это дает вообще? Сопротивление урону. Сопротивление холоду. Тактический рюкзак. Консервы. А, что-то я помню. Так. Вес снаряжения 4. Шанс уклонения. О, так тут еще вот что. Шина, медикаменты. Давай возьмем одну шину.
И один бинт. Шина у нас для чего лечит переломы? А это лечит проникающие раны. Шанс уклонения минус 7%. 60 патронов давай возьмем. Ну и ножик на всякий случай, может быть. А хотя нафиг он. Нет, пускай будет. Что-то мне кажется, что может пригодиться. Что-то я помню, говорили, что оно похоже немножко на этот Lost Light и эта читерская эта игрушка, как ее называют, блин. Escape of Tarkov. Во, читерская игрушка. Она теперь всем известна как читерская игрушка. Снаряжение я же взял, да? Ну все, отправить. Старт миссии, я один. Мы высадим тебя прямо в пекло. Фреска, это ЧВК Тифон. Тифтон. Тифтонские ЧВКеры. Вы кто? Мы ЧВКеры тифтонские. Как ходить? Начинаю вспоминать что-то. Так, а ходить мне... Как ужасно ходить, боже. Нельзя. Капец, нельзя. Помощь сообщить, завершить, сохранить им. Я не могу ходить. По-дурацки тут ходит, короче. Ладно, будем мышкой ходить, хорошо. Корабль наш, шаттл. Позволяющий свободно перемещаться на небольшие расстояния. Дверей куча. Где карта? Управление миссией. Найти информацию. Эвакуация отказана. Я понял. Мини-карта. Ну давай начнем. А это что, не юзается никак, ничего? О, а в этом кейс. Нет ничего. Жлобы жадные. Ух ты! Блин, да что такое, вы чё? Ничего нету. Вот же жлобовьё. А это что? Типа выход на улицу, да? Тут тоже выход на улицу есть. Ладно. Дай-ка я сразу пробегусь по помещению. Мне походу на улицу и надо будет, да? Похоже, что на улицу нужно идти. О, дубинка какая-то. Кустарная дубина. Урон, точность. Блин, а брать, не брать? Ладно, давай возьмем. Фух, вроде убил. Так, у него есть бинт. У меня раны нету. Нету раны. Боеприпасы для пистолета, отлично. У него есть пистолет, пулемет, буря. Бронекуртка есть. Сопротивление 50. 150. Она как бы покруче вроде, да, моей.
рубашку выкинем тогда. Джинсы. 50-50 сопротивление холоду. То же самое. Так, а это что? Разгрузочный жилет. Отлично. Блин, 57-60. Урон 8-10. 6-13. Дальность 5. И тут дальность 3. Блин, надо брать. Расход патронов. Пока так. Можно метнуть дубинку. Блин. 7-14, 8-14. Ладно, пофиг на эту дубинку. Это ж все вес лишний. Пауки, мать их. Много оружия расходует боеприпасы. Его нужно перезаряжать. Не стоит делать это в гуще боя, потому что на время перезарядки ты становишься беззащитным. Так что постарайся найти укрытие. Постараюсь. Это существо является ГМО-организмом. Еда ходячая, блин. Для балансирования экологии Венера оказалось, что квазоморфов влияет и на них. Квазоморф. Нет повреждений, мертво. Дофига вас тут, ребята. Штаны. Перезарядка, где? Это что такое? Ресурсы, шина, бинт, верстак. Это что можно сделать, да? Простой стол с минимумом необходимых инструментов для создания незамысловых предметов. Это то, что я могу создать, да? Бинт, шину и пули. Ясно. Ясно, что ничего не ясно. Сколько у меня, кстати, там патронов? 26 еще есть пока. Пока что есть. Это что такое? Светошумовая граната. Давай возьмем. Это вход дальше куда-то. Блин, там на улицу выход опять. Время, что ли, идет? Или ходы? Блин, винтовка. Хочется взять. Это сколько мне ходов до конца миссии или что, я не понимаю. Это что такое? Оружейный ящик, ремонтный набор. Блин. Да нечего у меня лечить, ребята. А это что такое? Кислота, компонент крафта. Полностью бесполезен. Ё-моё. Бинты, блин, эти ваши. Куча. Непонятно, что брать, если честно.
Лифт, станция, блин, тут еще куда-то можно уехать далеко и глубоко. Ладно. Что у нас там на карте, покажите. Меня поранили? Меня поранили. Что мне сделать? Нет, у меня ранений нет. Блин, а подожди. А как ХП восполнить? Не могу. Не могу восполнить ХП пока. Может, какой-то определенный надо ресурс. Боеприпас 9-миллиметровый. Гидра 47. 30 урон 8, 10. 10, 13 надо взять. Винтовочные пули, блин. А, крупнокалиберный пистолет. Ты ёшкин кот, а. Дробовик. Крупнокалиберный пистолет. Как бы хапнуть-то побольше всего, не знаешь? Вот как это все унести? Так. Дробовик, дробовик, светошумовая. А это что такое? Сканер, механизм, позволяет определять местонахождение объектов. Что делаю, непонятно. Включено, включено. Использовать сканер. Я не понимаю, как он работает. Не понимаю. Так, пистолет Гидра у меня есть, по-моему. ЧВКшник. Плечо, тело, перелом. А, боеприпасы. К дробовику. Антибиотик. Заражение убирает. А это что такое? Пачка сигарет снижает квазим... Блин, тоже надо. И что мне выкинуть? Крупнокалиберный пистолет. Давай возьмем это. А что тут у него? Зеленая куртка, коричневый, так. А у этого маска какая-то, балаклава, сопротивление холоду есть. Давай возьмем. Полностью бесполезную кислоту подобрал. Супер просто.
Стекло. Компонент крафта. Сытность. А, это, наверное, сытность. Да, слушай, сытность, оказывается, есть. Блин, стекло, и что? Куда мне его теперь девать, ваше стекло? Ё-моё. Биолог улучшен для 3-го уровня. Хорошо. Где-то там ящичек был для биолога 3-го уровня. Может, когда-нибудь доберемся до него. Ранение! Ранение! Ранение, пацаны. Что делать? Бинт. Что это произошло? Повреждение печени. Развитие эффекции 0%. Зараженное 2 урона гниением. Но я бинт наложил. Инвентаря только... Это не помогает. Страшно. Где там второй паук? Вроде ж два было, не? Что за боты? Обычные боты. Не нужны нам. Пистолет, походу, тоже. Так, гидра. У нас такой есть. Тут ничего. Тут тоже ничего. Здесь я вообще был. О, господи, откуда взялся? Так, а я вообще восстановил свою хпшку. Нет, хп не восстановил, но здоровье вроде восстановил. Так, а что у меня с патронами? Перезарядка 10. Подожди, ну вообще у меня есть патроны еще? Патроны закончились. 10 патронов последних осталось. Ясно. Ясно, ясно, ясно. Чип. Такие ценные предметы, как чипы производства и чипы сознания, окупают затраты на использование. Если ты найдешь что-то подобное... Можешь эвакуироваться от себя в рамках стандартной процедуры с помощью лифта или шаттла. Хорошо. Обязательно мы это сделаем, только я еще хочу полазить чуть-чуть. Интересно же. Так, а стой. Что у меня по карте? А, так я всю карту обошел, только здесь один сундук не открыл, по идее, да? Ну, можно возвращаться, значит. Значит, можно возвращаться. Нет, пойду сундук открою все-таки. Вот он. Сундук здесь. Класс, ничего нету, супер просто. Так, где шаттл был? Лифт или что там? На станцию. Данные сканирования станции подтверждают расположение лаборатории на нижних уровнях. Мы ищем что-то небольшого размера, скорее всего, переносной портативный компьютер одного из ученых. Постарайся не уничтожить это оборудование в процессе зачистки. Оператор на линии. Так, что там? Мы можем эвакуировать тебя только после выполнения миссии, иначе дешевле просто клонировать себя на борту. А, вот эвакуацию можно сделать. Найти информацию о деятельности концерна. Блин. Здесь что? Автодок. Механизм. Автономная лечебная станция для восстановления здоровья. Для использования требуется зарядка. А, во! Круто. Вот она как. И все, зарядки нету больше зарядов. Это что? Резина. Компонент для крафта. Брать некуда. Ясно, чего ж тут неясного.
Гидра лежит, да? Я уже их вижу. Подожди. Стой, а Гидра... Выгрузить патроны можно. Стой, а что тут-то? О, патроны можно сюда складировать, круто. И гранаты можно положить сюда. Нормально. А это что такое? Взрывчатка, как они для крафта. Ладно, давай возьмем. Да ты чё? Капец! Он меня чуть не убил. Чё переломов мне наделал? Здоровье, скорее. Повреждение здоровья. Так, оглушение, перелом. Перелом бедра, шина. Ну, по идее, все, да? Здоровье 11. А я не умру случайно? Фиксирует рану, лечит проникающие раны. Сытность съесть. Бутылка воды съесть. О, она здоровье мне восполнила. Круто. Металлическая труба у него. Тюремная куртка. Уголовник какой-то, блин. Зараза такая. Пластмассы. Компонент для крафта, блин. Ты знаешь, что мне стрёмно дальше идти? Сейчас убьют и все потеряем. Стрёмненько. Надо, наверное, возвращаться. А то ничего не будет, вообще ничего не останется. Это что такое? Кусок плоти. Здоровье минус 5. Не надо мне такое. Мачете. Самодельный нож какой-то большой. Ну, кстати... Можно бинты сюда зафигачить. Подожди еще. А это можно? Квазиморфу эту уничтожить. Войнуш возьмем с собой. Бензин, топливо. Тип урона огонь. Запахом овощей. А, здесь нет сигнала. Ну, я могу, по идее, телепортироваться. У меня есть что-то дорогое, да? Папа. Во. Гвозди какие-то, боеприпас. Лапша. Какой-то квазиморф снижает. Майка. Гвоздемет у него есть. Блин. И как мне тут это все собрать-то, ребята? Банка, компонент для крафта. Так, пластмассу. Сколько их можно вместе соединить? Не больше 3, да? Блин, тут куча камер, и в каждой небось сети, да? Монстры. Непонятные. Кроссовки, блин. Ой, мама!
Вроде не бегут за мной. А у меня что, оружие, что ли, закончилось? Ну да. Жестяк. Ногой бьется, круто. Оторванная нога. Бинт, медикамент. Возьмем. Это что такое? Осколочная граната какая-то. Новое место. Нужна перезарядка. Отлично. Грохот, кустарный дробовик какой-то, ё-моё. Смотри, сколько у него разных видов боеприпаса, аж 5 штук. Может, это крутая пушка какая-то? Давай, возьмем вместо ножа. Ничего. Майка. Ничего. Кстати, там, где майка лежит, заполнены полки, а тут нет. Можно так отличать. Сколько у меня патронов? Один остался. Так это фигня полная. Один выстрел, но у меня есть кустарный дробовик, да? Давай. Возьмем дробовик, значит. Возьмем дробовик. Это что такое? Фигня какая-то. Это что такое? Автодок заряд, да? Здоровье полное. Отлично. Здоровье полное, здоровье полное. Блин, надо... Мамочки. Бегут за мной. Бегут. Где мой нож? Блин, ножа нету. Винтовку. Три патрона. Класс. Ты мазила долбаный, блин. Что здесь? Открытая рана. Надо это брать. И гвозди тоже. У кого тут еще гвозди есть? Так, здоровье, пьем. Тряпка. Не надо ничего фиксировать, да? Угу. Шоколадка съесть. Взять все. Так, выгрузить патроны. А куда они выгрузились-то? Ко мне? Да, ко мне выгружаются. У этого нет патронов. Тяжелый пулемет. О, господи ты, боже мой. И что мне с вашим пулеметом этим делать тяжелым?
39 патронов. А это что такое? Вот нифига непонятно. Так, ну тут вроде бы все обошел, да? Или не все? Здесь был, не был. Это что такое? Лапша куриная, лавай, есть. Это что такое? Сердце, человеческий орган. Радиус взрыва, урон. Капец, блин. Чип еще один. Супер. А, это таблетки порог боли, по-моему. Я понял. А это что? Еще одна балаклава. 94 из 100. Надо поменять. Так, там еще один, одна дверь. Так, здоровье полное. Блин! Еще ниже. Офигеть. Использовать сканер. А, вот сканер показывает, где что есть. Я понял. Враги, там ящики, предметы. Все. Короче, надо телепортироваться, парни. У меня плохое предчувствие. Хорошая работа. Возвращайся. Эвакуация. Ура! Блин, ура! Эвакуация. Нас эвакуировали. Успешно эвакуирован на базу. Фух. Нас не будут клонировать. Все хорошо. Ну и что? Что мы тут набрали с собой? Плазма ги... Это мой арсенал, да? Что такое завершить миссию? Что-то я не понял, что дальше делать. Найти данные. Я их не нашел, получается. Угу. И опять старт. Короче, я не выполнил миссию, я не нашел ничего. Понятно. Понятно, понятно. Сомния фаза квазиморфоза. Шанс коллапса, мышечная масса. Проект череп. Карта. Очередью стреляет одиночными, да? Понятно. Разброс 5 градусов. Ладно, короче, все понятно. Игра, блин, прикольная. Блин. Но это демка. А что тут можно по демке дальше делать, я не понимаю. Я одну миссию закончу, видимо, дальше продолжения не будет. Ну, в общем, не суть. Не суть, не суть. Завершить миссию. Покойся с миром. Класс. Вот это супер. И все, что было, у меня исчезло, да? Ага, и клонировать нового надо. Не, ну супер, блин. А, ну то, что я выложил, тогда осталось, а то, что на мне было, исчезло. Буду знать. Короче, все тогда. Что тут еще? Продолжить настройки, сохранить и выйти. Ладно тогда, на сегодня все. Игра прикольная, играть можно. Спасибо за то, что ставишь лайки, подписываешься на канал, смотришь мои ролики. А у меня на сегодня все. Увидимся в следующий раз. Пока.